Преображение к юбилею города и обустройство зоны отдыха на бульваре Саид Галиева Ратмир Мавлиев обсудил на выездном совещании. Внимание требуют все детали. От качества плитки до озеленения. Попросите спросить у сетевиков, разрешат 5-метровые липы посадить или нет. Просто так не получилось, чтобы их так кронировать нельзя, липы. Их только шапки сверху надо будет постоянно обрезать, чтобы они квадратные были. По южной стороне бульвара устроят пешеходную зону. Это решит проблему узких тротуаров, а дорожка соединит площадку с фонтаном и сквер музыкальный. Цена вопроса 300 миллионов рублей. Но в жизни заживет и мальчик с Кураем. Площадку вокруг него вымостят плиткой. Заменят, реконструируют и чашу, ведь коммуникации уже изношены. Саму статую покрасят. А вот вопрос с использованием кинотеатра «Искра» решается. На фонтане обустроят и подсветку, интерактивный уголок, зона релаксации, спортивные игровые площадки и, конечно, множество живописных зон для приятного отдыха. Все это появится на прилегающей к бульвару территории. Здесь будет металлофон, то есть детишки будут играть по нотам, будет музыкальная труба, потом труба общения так называемая. И идея этого сквера соединить проспект с улицы Комсомольской, ну а дальше перейти на шоссе энтузиастов. 4 гектара земли после завершения работ превратятся в самобытную и живописную локацию для спокойного и активного отдыха. Зульфия Суйргулова, Рустам Лукманов, вся Уфа.